Весны такой опасный бардак у нас находится. Дорога Жуковка-Брянск, район деревни Борчак. Крутой спуск с ограниченной видимостью. Сплошная, и тут же размыто полотно дорожное. Машин, едущих в Жуковке, должны выезжать на встречку, нарушая полосность и опасность встретиться с лобовой столкновением. Почему столько мест не могут небольшую выемку заделать, мы не знаем. Посмотрите, как это происходит. Машины, идущие в Жуковку, должны выезжать на встречку. Из-за высокого подъема непонятно, что происходит, есть машина или нет, едущая снаружи. Тут ГАИ даже проехал, видишь, что творится. Едут на встречку, а там автобус идет на встречу. Вот что тут творится, знак уже повален. Щебенка дорогу задели, асфальт до сих пор не положили. И это уже несколько месяцев удрится. Когда задели дорогу, непонятно. Здесь уже опять размыв пошел. Полотно вниз размылось. Черт знает, что творится. Видишь, что творится за это? Щебенку асфальтировать и всех делов. Ну нет, несколько мест такая ситуация складывается.